Министерство индустрии и новых технологий является по программе «Акбулак» ответственным за проведение поисково-разведочных работ по обеспечению запасами подземных вод населенных пунктов. Программой «Акбулак» предусматривается проведение работ с целью определения запасов подземных вод для 3206 сельских населенных пунктов и провести переоценку запасов до разведку 165 месторождений подземных вод. В начале реализации данной программы, как говорил здесь Булат Бидахмеч, возникли определенные трудности, которые на данный момент в основном преодолены, и работы сейчас проводятся в соответствии с утвержденным графиком. На слайде втором, вот, с 2013 года предусмотрено проведение работ с целью определения запасов подземных вод для 480 сел ежегодно и переоценка запасов 30 месторождений завершения в 2019 году. Поисково-разведочные работы имеют двухгодичный цикл, и работы по утверждению запаса подземных вод, начатые в 2012 году, завершатся в конце 2013 года. В 2012 году проведен конкурс и начаты работы для обеспечения запасами подземных вод 341 села, переоценка запасов 35 месторождений. В 2013 году предусмотрено 4,6 миллиардов тенге, в том числе на завершение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 341 села и до разведки с переоценкой запаса подземных вод 35 месторождений. Начало поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 216 сел и до разведки с переоценкой запаса подземных вод 30 месторождений. Составление проектно-сметной документации на проведение поисково-разведочных работ для обеспечения 744 сел и до разведки с переоценкой запасов 40 месторождений подземных вод. На 2014 год выделено 9,2 миллиарда тенге, в том числе на завершение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 216 сел и до разведки с переоценкой запаса подземных вод 30 месторождений. И начало поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 744 сел и до разведки с переоценкой запаса подземных вод 40 месторождений. Составление проектно-сметной документации на проведение поисково-разведочных работ для обеспечения 480 сел и переоценки запасов 35 месторождений подземных вод. Министерство индустрии и новых технологий усилило работу по программе «Акбулак». Так, в 2014 году планируется проведение работ для 744 населенных пунктов вместо запланированных 480 сел, а также проведение доразведки с целью переоценки запасов 40 месторождений вместо 35 месторождений. В целом, мы считаем, по своей части мы работу выполнили.